Тема нашего эфира. Тургенев. Тургенев, да. Потрясающий наш автор, которому мы благодарны за все произведения, которые он нам дарит. А вот Челябинская областная универсальная научная библиотека организовала для своих читателей тематическое мероприятие на данную тему. Да, ну а более подробно мы поговорим с нашими гостями. У нас в студии Юлия Дикусар, исполняющая обязанности заведующего Центра культурно-просветительских программ Челябинской библиотеки публичной. Да, и Татьяна Грибанова, руководитель коллектива современного танца «Энергия», участница театра «Окно». Сегодня они пришли к нам в студию, чтобы рассказать, что же такое они нам приготовили в эти замечательные дни. Да, доброе утро, Юлия Борисовна. Ну вот что это за мероприятие? Утро. Расскажите. Доброе утро. Ну, конечно же, раз мероприятие проходит в библиотеке, то и начинается оно с книжной выставки. Угу. Книжная выставка у нас собрала очень интересные экземпляры. Там есть как книги, которые имеют возраст более 100 лет, которые печатались еще во времена дореволюционной России, так и есть книги совершенно новые, которые были изданы именно к этому 2018 году, именно к юбилею Тургенева. И одна из таких у меня сейчас в руках, можете познакомиться. Да, будьте добры. Это очень интересная серия, называется «Она доступная классика», которая издается на народные деньги, не на спонсорские. Mm-hmm. То есть люди сами сдают определенные пожертвования, и значит, инициативная группа издаются вот такие вот издания. Туда входят произведения, которые неизвестны широкой публике. Ну, название, я думаю, все увидели. Таинственные рассказы и повести Тургенева. То есть это то, что вы точно не читали в школе. Мы еще что-то не знаем о Тургеневе? Не знаете, вот представьте себе. В этом-то вся и прелесть этого издания. Как много в мире тайн. Совершенно верно. Ну и скажу, Ася, конечно... Дело в том, что это издание уникально тем, что оно не продается ни в одном книжном магазине. Оно только для публичных библиотек и города. Поэтому вы их можете видеть только на наших выставках, только в наших фондах. Так что приходите к нам. У нас в 2 часа по порядку. Давайте, в 2 часа у нас будет лекторий, который посвящен как раз самому знаменитому произведению Тургенева «Муму». И мы хотим сказать, что нужно обязательно перечитывать те произведения, которые мы когда-то проходили в школе на уроках литературы, их перечитывать уже во взрослом возрасте, потому что твой жизненный опыт, те знания, которые ты накопил, они позволяют тебе эти произведения открывать заново. И там ты уже видишь такие глубокие пласты. Но ведь все-таки Тургенев не зря величина мирового масштаба, правильно? Вот, поэтому вот будем говорить о «Муму», будем говорить о этом произведении уже в более таком глубоком масштабе. Это в 14.00. В 13.00 вас ждет театрально-хореографическая композиция, которую, собственно, нам представит Татьяна Грибанова. В 15.00. 15.00. Да. 15.00. Татьяна, расскажите, что это будет? Ну, это не хореографическая композиция, это перформанс театра «Окно», участницей которого я являюсь. Мы любим очень такие экспериментальные формы, не сценические пространства, и поэтому нас очень заинтересовало пространство библиотеки. И когда мы узнали, что будет такая тема «Тургенев», мы думали, что ну что мы там, как вот и вы сказали только что мы там еще не знаем. И когда мы начали копать, что скрывалось за его произведением, за его персонажами, и что действительно он имел и подразумевал в виду, когда писал свои произведения, то мы поняли, что мы очень много не знаем. Мы будем не говорить не о внешнем, мы будем говорить о внутреннем, об ощущениях. И, ну, я думаю, будет очень интересно. Приходите. Хорошо. Ну вот все-таки на кого вот рассчитано это мероприятие? Кого вы ждете? Вот ваша целевая аудитория. На самом деле мы приглашаем всех. От школьников до людей старшего возраста. Потому что, еще раз говорю, здесь подготовлено мероприятие разноплановое. Оно будет интересно всем. Вот здесь постарались сделать так, что, в общем-то, для любой публики, для широкого круга публики. Так что к нам точно придут школьники, к нам точно придут преподаватели, им это тоже интересное знакомство вот с этим. И к нам точно придут наши дорогие друзья старшего возраста. Но они придут уже сегодня. Во сколько сегодня начало? В 2.00. В
14.00. Всем ждем в публичной библиотеке, чтобы насладиться творчеством Ивана Сергеевича Тургенева. Сегодня вот наш весь эфир посвящен именно творчеству этого замечательного человека. Да, спасибо вам большое за то, что вы к нам пришли. Да, ну а также мы напомним, что у нас в гостях сегодня были Юлия Дегусар, это исполняющая обязанности заведующего Центра культурно-просветительских программ областной научной библиотеки. И Татьяна Грибанова, руководитель коллектива современного танца «Энергия», а также участница театра «Окно».